Так. Далее ошибок. Сейчас я открою, посмотрю, кто там что допустил. Заходите на стрим. О, погнали. Ставьте лайк за охуенный стрим. Коляска такая на фоне. Два ФП. Там неважно, там все равно видно будет, короче. Вот, видишь, они стоят чуть-чуть дальше, и она в этот момент повернула. А, блядь, сейчас верну. Такс. Вот, видишь, вот, вот шоквейв проходит. Вот она прямо на рейд их развернула. Сейчас же на рейд. И ты прям под танка бежит, или кто-то там второй, и тоже ловит. А, шоквейв. Прикольно, там два шоквейва было. Ну-ка, сейчас подожди, сколько это? 6. Два шоквейва, да. Ну, чисто танка косяк. Не совсем. Ну, вот совсем. Это... Вот это... Не должен был умирать. Вот это, да, казалось бы... Ну, ну хуй знает. Вот она ведет. Ну, она ведет, они смотрят... Ну, полрейда, полрейда уже там подъебала. Ну, все, все стоят, типа, на краю, вот смотри, а один... они стоят ближе туда. Вот а, один сейчас сдох Транквилла. Даун, да? Ну, вот что... А второй вообще подъебала прям. Вот видишь, который возле танка. А вот сейчас стоит, дальше... Вот раз... И прям под шоколей. Они прям там забежали, да? Ну, наверное, ошибок не допускали, пацаны, да? Ну, короче, 7 ГП. Обналичить. Поставьте кто-то почту, пожалуйста. Запустил. 33 минуты еще на нее. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Пробегаем. Там с чумой. Святос. Святос. Диспелла. Вофлоу. Да. Будет чума одновременно с ловушкой. Лучше раньше с него с диспель. Плечу вернитесь.
Ну чё, пьяные, что ли? Пролегаем. Кирсоль, Пасифея. Надо вынести чуму как-то. Вынеси. Вынеси в пустоту ее. Транквил, вынеси. На маленьких чума. Отведите его. Вынеси в сторону, чуму в сторону. Блять, пиздец. Не диспель так быстро, дай им выбежать. Давай. Я не диспелю. Танатос, выбеги. Диспель его. Да идите нахуй, сука. Прыгайте вниз, нахуй, дебилы, блять. Я не диспелил. Да похуй это уже, уже похую мне. То, что у вас на панелях не видно чумы, нахуй, это ваша ебаная проблема, нахуй. То, что вы не понимаете, что она бесконечно будет перекидываться на игроках, нахуй. Хотите, играйте с ней, нахуй, весь бой, нахуй. Но тогда один человек будет постоянно диспелить ее, нахуй. Плюс на личе стакается конденсатор чумы, блядь. До 999 стаков, нахуй. И он просто шотнет танка, нахуй. Бараны, блядь. Если вы не видите нихуя, лучше вообще удалите эту игру, нахуй. Скачайте себе ебаное вуду, блядь, сколько месяцев назад говорил. И видите, должны все чуму, нахуй. Декаты, вар, нахуй. Или кто, похую вообще. Если вы не видите, нахуй. Я вам что, блядь? Диспельщики, нахуй. Дай мас, Вика. Улетайте на ловушки, нахуй. Не люблю щиты, блядь. Я продакс, нахуй. Что у вас, блядь, с глазами, нахуй? Как, сука, самим не стрёмно играть, нахуй, блядь. Как с завязанными глазами играть. Нихуя не видите, блядь. Самим не стрёмно, нахуй. Вас, блядь, говорят, блядь, как знаешь, как игра была по телевизору, нахуй, там челики VR эти очки одевали, там говорят, блядь, лево прыгай, право, нахуй, тот прыгает, блядь, все мимо, нахуй. Пиздец, я не понимаю, нахуй, вообще, как, блядь, дорогу переходить, нахуй, можно? Люблю щиты, где? Котики облизывают. Призан в рейд. А продакс, что с блинком у тебя хуйня какая-то? Или что, блинка нету, блять? Патрисия, я еще этот. Так, призан. Вела не в хила, призан пускай дамажит. Хуй знает. Получше должно быть с хапалом. Стыкаем на звон. Так дело-то не в хиле сейчас вообще. Я убрал, не люблю щиты, ты видишь, его в рейде нет, он уже пятый хил. Вариков нет. Не, так я про то, что ты просто сказал, что в 2 хапала лучше будет. Так ты спекнулся. Ну, просто из варианта призана спекнуть или тебя лучше спекнуть. Там, вам ДКшников хватит залить валик. Хотя я бы не отказался от ретрика, нахуй. Нормально. Вообще нормально крутит. Диспели Транквила, нахуй. Если чё, блядь. И ты сейчас в ДС-шнике надеюсь, да? Я в ДС спекнулся, да. Когда такая хуйня, чума в рейде, да? Ты давай им время на... За секунду. Я давал время. Я беру в тарге человека и смотрю, куда он выходит. По итогу кто-то помимо меня диспелил. Вот, а кто-то помимо тебя больше не трогайте диспел. Если такая же хуйта сейчас будет. Чтобы он один диспелил. Люди успели выбежать нахуй. Пустое место, чтобы чума исчезла просто.
Ловушка, секунду. Убежали. Пиздец, блин. Убежали. Invisible чума. Продукс, смотри осторожно, побегаем. Побегаем. Что за фир? Секунду, ловушка. И чума сейчас будет. На Юле ловушка. И чума на Святосе. Вот, диспели ее, чтобы он не умер. Вот, теперь сам выноси. Ну ебаный в рот, нахуй. Друид инвалид, быстро резай его. Только от ловушки отойди. От ловушки отойди и резай его. Захилить. Иннердам. Фулбаф. Ловушка, секунду. Продляем. Кило вынеси. Диспель себя. Да ебаный ты в рот. Ты чё, уснул там? Вставай, нахуй. Пробегаем. Остальные друиды Иннер по Транквилле. Срочно. И друид инвалид, и Катрисе. Аккуратно с игром. Костыки, кайте духом. ДКшник. Я даун нах. Я понял. А что такое вы? Прошмотно. С кружкой? Пивной тупо. Пивной фрошмот. ДПС. Постарайтесь их растворить до осквернения. Быстренько зерня. Там оф там. Два милика. Где две милики? Ромбик, РДД. Осквернение. Осквернение. Вышли с центра, разбежались. Черепок на ком. Пойдет. Значит, сейчас на тот полукруг. Ну, от портала до глыбы примерно. Вот, на этот полукруг. Будет и осквернение, и вальки одновременно. Спины лича примерно. К слову, для хантов и рог вы можете осквернение доджить одни ванишем, другие притвориться мертвым. Работает тут, на этом сервере? Тут не проверял, но я не видел, что кто-то пробовал хоть раз это сделать. Да, ваниш работает. И вышли, милики вышли, осквернение, секунда. Так, черепок смотрим. Подвалик прям, это, бежим. Белые валики. Кружку дал стан, треугольник, стан быстро кто-то, и фул дамаг по нему нахуй. Вы вообще охуели что ли нахуй? Пизда нахуй. Быстро захиливайте рейд. За себе. Ромбик, 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 ребят. Значит, Катрисия, поднимай Виланию. Осквернение с центра сначала съебались, сейчас сначала лужа будет. Быстро вставай, захилите. Ромбик. Осквернение, центр не налейте.
Иннер, Вавилонию киньте, пожалуйста. Все, идем сюда, ключу, ключу быстро сбегаемся. Я тебе кинул. Захиливаем. Угу. Валик, бьем. РДД, кружок, милики, вот эти две. Сука, ебать, один кадр. Давайте быстрее, Валик, разбиваем. Быстрее додамаживайте, скрине 3 секунды. 2 секунды. Вышли из подвалика. В лужу и возвращаемся в центр. В лужу смотрим на ком. Я не вижу, а вот. Все. Поднимите его в мейлок. Захильте. Так. Встаем за спину, пытаемся Валик бить. Больше у нас БРов нет. Да, больше нет БРов. Нельзя хуй-то заниматься. Бетон СС по Вольду дашь. Когда удобно будет. Фул по Валькам. Осквернение секунда, вышли из подвалика. Замедлили их максимально. Осквернение, все, отошел. Блять. Ну быстрее, выходи нахуй, отходите. Ты что, сука, кто это был нахуй? Еще стоит, а у тебя блинк. Остальные... Ромбик. Разбиваем. Ромбик. Треугольник нахуй. Ромбик добейте хоть. Рот ебал нахуй. Залупа ебаная нахуй. Ни дамага, нихуя, блять, нету Вали. Пошли. Вальки с осквернением одновременно сейчас будет. Сначала осквернение смотрим, черепок где, потом фул по валькам играем. Валик, валик не разобьете, будет вайп нахуй. Вот осквернение, кличу, быстро сбежались, захильте, захильте, ну захильте, ебаный рейд. ХП дал, короче. Фул дамаг по валькам. Одна лок. Где лок находишься? Рядом с другой стороны. Там вроде инвалид полетел. Да вообще, нахуй такое надо, блять. 1%, 1%. Захиливайте на край, идем. 1%. Да хули 1% нахуй. Они захилят это, блять. Массакру давайте. Да вообще должны. Прыгайте вниз, нахуй. А, ладно. Залупа ебаная, говно, блять, обоссанное, нахуй. Заражение ебашится. Это не игра, а хуета, нахуй. Заражение, блять. И Валик никто не бьет, нахуй. Ну, или что, блять? У нас, смотри, у Притона лямпа валькам, у Седжи лямпа валькам. Какой минус хил? Валькам. Слышишь? Линканите валик, нахуй, дамаг. Ну я 10 только могу линкануть, у меня дальше мутит. Пиздец, я не знаю, нахуй. Или берет, блядь, хокмастера вальку по КД, нахуй, и он 0 дает в него, или что, нахуй? Хокмастер дает. Так. У канцелятора не вижу. Нахуй. Канцелятор, сколько валик? Не видно, нахуй. Вот канцелятор. У него, у него 4-7 валик. А, да, есть. Так, сифилис. Блять, как вы так бьете-то, сука, что они улетают, нахуй? Или непонятно, нахуй, приоритеты, блять, в этой игре? Там, может быть, ну, дамаг по валькам уже, который сверху с 30% ну, да, хп. Да, кто там у нас с пула сдыхал, в кого мы БРы давали, блять? Транквила, нахуй, сдыхал. Кто еще? Я потом сдох, Валька скинула. Ну, Валька скинула, это понятно. Нахуй. Я не знаю, нахуй. Ну, типа, блядь. Хилов не хватает, нахуй, вам. Кого спекать, нахуй? Призан, спекайся в шестого, нахуй. Привет тебе. Береги себя. Сейчас трюк инвалида оттуда уберем, призан закинем. Вот два тотема будет. А можешь меня поменять, если что? На кого, блять? Ну, если там кто-то есть. Никого нет. Хуйня какая-то. Невыносимая. Какая хуйня? Ну, там ровист хуярит спета сальву по КД просто. Он срывает им стопу. И, типа, мне либо да и похуй. Не... Забей хуй. Ты мне потом ГП въебешь просто. В один момент. Я вот даже боку надавал. Ты если что резнешь этого пета и все. Нет, я просто боюсь, что он срывет не вовремя и обосрет рейд. Как он обосрет рейд? Он не может не вовремя срывать после второй фазы. Я там чаржи даю таунт. Ну, если он сорвет, да и похуй вообще. Сдохнет твой пет и все. Ну он без 2 секунды.
Никоша, Ваниш. Вроде как, по идее, не должен доджить. Вот, если он скидывает, типа, лич из таргета тебя убирает, то он, по сути, должен сработать. Как здесь, на Сирусе реализовано, непонятно. На циркуле было такое, что мог притвориться Хант и рога кошки кинуть. Ой, блядь, Ваниш. И тогда оскорнение он просто то ли прерывает каст или чё. И все, и он просто не кидает его. Запомните, надо, когда хватает валик, людей валик, надо бить их. Надо сделать так, чтобы они не улетели, нахуй. Вот любой ценой. Хилы, танки, видите, я веду лича и бью, нахуй. Вы не должны в лича бить, а бить именно так, чтобы вальки были разбиты. Каст 1.5. Вообще 2 секунды, что ли? Если кинуть проклятие косноязычие на лича, то боль дольше будет. 2-3 будет, что ли. Ну так 1.8 вроде кидает. Косноязычие можно кидать, искренне дольше будет кастоваться. Какой-то шанс есть быстрее выбежать. Ну не знаю, надо это или нет. Проблема в том, что вальки людей уносят. Это вообще залупа. 3 БР, сейчас КД. 2 БР КД, 1 есть. 1 БР. Пробегаем. Пробегаем. Видон чума. Все же чума. Когда люди выносят, вы прижимаетесь ближе к лечу, чтобы это, чтобы чума на вас не накидывалась. За угол заходим, за стол. Барная волна. Диспельщику умер, прием, диспелить надо. Возьмем эту сложную функцию на себя, блять, оставшийся. Набегаем. За столб сейчас перебегали. Бежали. Тут шаркали. Бля, пиздец. Все, фаза. Иди на край. Друг инвалид, когда фаза закончится, зайдешь в мюштренкиллере. Сейчас не проебите рейд. Вроде 6 хилов. С сфером играете? Там чума есть вообще? Чуть не могу вкурить. Да, денег так. Смотри, Юлю, прохильте Юлю. Сейф какой-то прожми там. Они под берсой много бьют. Все, диспел с ней. Сферы бьем.
Сферы, сферы, на меня сфера летит, убейте, блядь, я упаду так нахуй. Ну сука! Бейте сферу нахуй, ну. Эквилл, вставай. Так, у меня инера нету, резвый как-то ману. Пета, гимн, я хуй знает. Юля, забери. Три человека убила. Прыгайте вниз, нахуй. Я хуй знает, нахуй. Soul Reaper soon. А чё, на нём этот конденсатор остался, да? Ну, пиздец. Силы есть, ума не надо. Он тебя шотнул? Не знаю. Всё гляну. Да нет, не, у тебя две плюхи дал. Две секунды было, чтобы похилить. Да. Там две секунды. Тоже. Как и 1.87 до смерти. Два удара, 1.87. Ну, что делать? Меня Валька скинула, не могу тебя вот прикинуть, уверенно. Кто? Вов Майлов. Меня Валька скинула, я не могу покинуть тебя. Сейчас. Меня наверх не кидает. А, какая? Сейчас выкинет тебя. Да, я жду. Там. Это ебатория, блять. Чему? Убить и пойти за ЗСУ-ка. Чему проебывали, видимо. Пустоту нахуй. Я плюсанул гильдию. Давайте шкаф. Так у Лока, блять, и у ДК то же самое, а чё они не говорят это? Их тоже Валька, блядь, скинула, и их тоже так же кинула вниз. У какого? Ну вот два трупа Хукмастера, притон, их тоже же скинула, нет? Их так же забавно. Не знаю, блять. Чё, они просто мафакашат, кто они, знает? Они тут, нахуй. Ну я не знаю, ну а чё они тело не покидают, если они там? Фукашат. Они резнулись уже, они тут же. А, все, у меня залагал. Я лечил. Тыкните на шкаф наебаный, нахуй. Есть кто-то здесь вообще? Алло, нахуй. Алло, нахуй. Блять, столько нюансов, нахуй. Чему надо сдиспелить у ширкарей? Не где-то там, нахуй. Чтобы это сделать, надо, чтобы людям было недолго туда бежать. Юля, если ты далеко ставишь, они туда не добегают, чума диспелится в пустоту. В итоге у тебя живут три шаркаря. В итоге конденсатор на лече остается. Потому что только в конце переходки у тебя сдох последний моб, если диспелили чуму. Чума пока скакает по рейду по мобам, на лече стакается с залупой, она увеличивает его урон. Витя, ты вышел в игру. Дайте кулак, такая. Возможно, тебя взломали. Я тебе сообщаю, что ты не входил в эту игру. Я понял. Дайте стамину пристой, пожалуйста. Как придет, череп запущу. А рыбка была? Да. Стоит. Около черепа.
Я понял, лаучер, блядь, устарел, ебаный в рот. Чё, выкидывает или что? Или просто написала? Да. Меня выкидывает после релога, когда меня скинуло нахуй вниз. У тебя написано, типа, что 3 минуты? Ну я чё, долбоёб, что ли? Это бывает, что не пишет, что 3 минуты ей нужно играть. Ну, блядь, ёбаный в рот, нахуй. А ты когда сегодня заходил в игру, ты перед заходом лаунчера запускал, чтобы он докачал 50 мегабайт? Я все докачал. Ты зашел? Да, я здесь. Витя, пихай своему кусаке сакеты на выносливость, будет танчить. Ну и так жрет нахуй по 200 голды за трое и вам рот. При то... Фулл синий полироли, мы вставим, что сейчас заебись будет. Запусти. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Поаккуратнее, играйте ДПС, она все хватает. Просто мы не можем дохуя БРов обеспечить. Всего 3 БРа, блять, один лог. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения. Ну ты и так на замене. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Так, готовимся. Мы побежали в ловушку. Пиздец. Бежала. Бежала. Когда будете чуму вносить осторожно. Секунду, ложка. Мы бежали. Чума вела не. Бежали. А, за стол зайдем нахуй. Навела, что чума не спал. Готовимся. Бежали. Че это так лагает, что ли? Пиздец, блоги. Пиздец. Бежали. Ой, блять. Надеюсь, у вас так не лагает, нахуй. Нет, блядь. Секунду, ловушка. Чума, готовимся. Ух, мастер. Он стоит, нахуй, видишь, кастует, ничего не могу сделать. Ну ты это ебашь, ты не кастуешь. А, да?
ловушка. Жаль. Лич ушел. Нормально. Шаркарь еще. Шаркарь, на рейд не поверни так. Он придет нормально. Все, иди на край. Дохиливайте Юлю. Что это было? А, ты рвот взял. Понял. Испугался, блядь. Нормально. Я думал, мне дух грипнул, блядь. Кто там сдох, нахуй? Блядь, почему хукмастер сдох? Хукмастер вылетел. А, хорошо. Ясно, нахуй. Играем еще серьезнее, нахуй. Ты без застройник, нахуй. Сферу. Как ты сказал, блядь, это кусака танчит, нахуй. Я думаю, хули лич там стоит, думаю, кастует, что за ебал. Так, жнец душа, разбежались оскорнения, быстро, черепок. Там пизня, отлично. Пойдет. Идем также на ту сторону. Смотрите, видите черепок, да? Вот сейчас будет и черепок, и скринение. Сначала валик бейте, после того, как вы уж убедились, что скринения на вас нет. Все, насижу скринение, блять, прям под вальками, смотри, нормально, да? Пошли бить, нахуй. Не бейте. Ромбик, кто там? Треугольник не бейте. Беги сразу, нахуй, что за скринение, там, на ботинках или под. Пиздец ты, конечно, подставил, нахуй. Вот кто в ромбике сейчас улетел? Ну быстрее, кто там нахуй? Пасифея. Искренения вышли и будем в центр возвращаться. Вышли искренения. На другую сторону бежим сразу. Значит, Катрисия, Леса и Пасифея. Только смотри, под заражение не встань. Встали в лича, быстро, в лича. С одной стороны встали, быстро. Смотри, заражение будет, не встань. Захильте тогда ее. Все, фулл ДПС. ДПС. Ромбики лоб. Вот заражение захиливаем. Скринение 3 секунды. Из подвалик, сука, не налейте так, как сетжу нахуй налил. Разбейте треугольник, замедлить, стан, разбежались оттуда. Скринение. Вышли от скринения. Где черепок? Все, разбили, отлично. Идем на сторону портала, лича поставлю. Сейчас он подойдет. Сюда будете лететь. Будет вальки и искренение. Разбежались искренения. Пару доток кинули, искренение. И сразу по валькам фулл ДПС. Сейчас только станет лужу. Кирсори. Сука, хуй ты там делаешь? Быстро валик бьем. В лужу не топтаться. Валик все, сука, забили, прилича. Там рамбиохил. Все, разобьют нормально ДПС. Да. Все, лича бьем. Лича больше. Значит, теперь будут и вальки, и искренение. Вроде бы оскорнение, там через секунду вальки. Вот примерно здесь, в ту сторону будет лететь, где там бегает тело. Оскорнение, вышли с центра. Смотрим, где черепок. И теперь я хуй знает, нахуй. Вот, кружок, бьем. Бьем, быстро. Все сюда, на эту сторону, быстро. Треугольник в первую очередь, он быстрее летит. Замедлить его.
Еще станы какие-нибудь. Ну быстрее, дамаг по треугольнику рейд, дайте больше, сука. Да, станы в треугольник. Ёбаный в рот, АБМа, блять. Ромбик разбить резче, стан по нему дайте. Осквернение секунда. Вышли отсюда. Вышли отсюда. Осквернение. Куда он налил? Все, на другую сторону идем. На другую сторону переходим, рейд захилить. 2%. Лича бьем. Значит, если будет валик призывать, просто валиком стан, пул ДПС полечу. 1%. На край подходим. На край, сука, подходим. На край подходим. Похуй уже. Стан дадите. Ой, мне в небес, ну сука, ну, блять. Стан. Лоу. Ага. Бараны. Бараны в рот, блять. Что вас нахуй? Не всё, трогай, зрятник. Все, в пизду, идите. Потому в жопу нахуй. В следующий идет. Раз 15 минут. Такое должно быть. Ты говоришь вслух, Шалфир. Все, мы его относили. Скорее всего. Я понял, нахуй. Так, значит, по БРам у меня и у друид инвалида. Друид инвалид будешь резать Шалфира, но это после Авилани, но это после комнаты уже. А я буду резать. Тут него нет нигде. Скорее тебе всего, мы начали. СС дать? Да, дай. Ну дайте Индра, пожалуйста, по Бедону и Варахелю. Я по Варахелю дам. Ты далеко не дам. Я рядом стану. Встал. Хорошо, когда встал. У тебя что? Меня. Так, значит, после комнаты. Комнату проживем, я думаю. После комнаты друид-инвалид резаешь Авиланию. Вот. Перед ебалом не бежать. Сферы бить. Сферы бить. Сферы, 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 сферы. Все, сейчас комнату проживаем. После комнаты уже будешь хэпала резать. А я оставлю рез на Шалфира. Шалфир, ты тут? Алло. Да, тут да, тут. А тут что-то говорил там по телефону. На портал сбегаемся. На портал сбегаемся. Налево сразу идем. Налево идем сразу. В медведя, сука. Звезду видно, нет? Идем. Вот тут стоим. Вот тут стоим. Стоим, слева бомба хлопает. Хлопнула, пошли. Пошли, пробегаем. Духов бейте сверху. Потихоньку идем. Значит, заражения уже не будет. Надо прятаться за лича от духов. Так, пробегаем. Бомба над головой висит. Тут немножко притормозите в звезде. Вот, пошли. Пошли. Пробегаем далеко эту бомбу. Просто пробегаем. Осквернение сразу будет выбить. Сейчас выйдем. Сейчас. И разбегаемся. Секунду до выхода. Просто секунду. Все. Разбегаемся. Из-под ебала этого духа выйти. Гневного бьем. Значит, резаю... БР. Я тебя резну, не вставай, Шалфир-то может дух дыхнуть. Сейчас добьем его. Все, теперь вставай. Вставай, Виланию резни, дует. Вставай. Вот, Геру даем. Геру даем. Фул ДПС. Осквернение 3 секунды. Готовимся. Немножко растягиваемся потихоньку, но лича бьем сильно, блядь. Готовимся, сейчас будет лужа скоро. Милики, не залейте себя. Осквернение. Все, бьем дальше. Немножко отведу 10 метров и будет комната. Комната. На портал идем. Направо пойдем, направо пойдем. Звезду идем, звезду идем. Сейчас бомба спереди хлопнет. Стоим в звезде. Пробегаем. Пробегаем в звезду. Нормально. Повезло, блять. Зажало, пиздец. Давайте пробегаем далеко. Звезду, звезду. Дохильте сейчас, если дамаг получит. Нормально. Так, бомбу пробегаем эту. Не успеет хлопнуть. Пробегаем звезду. Сюда, вот уже тут, безопасно. Все, потихоньку идем, пока бомб нету. Все, выход. На портал бежим за личом. От черепка отошли, со скринения вышли. За лича бежим сначала. Прячемся от духов. И только потом уже бьем лича. Захилим и все. Вентилятор, ну как нахуй? Захиливаем. Или он был мертвый? Как он сдох? Он до комнаты. Он был мертвец.
Переходим на ту сторону. Скринение, секунда, вышли, скринение черепов. Скринение, продукс. И к личу идем. Прячемся за спину лича. Прячемся за спину лича. Ебать, я тряпка, нахуй. Сейчас еще одну потом добьем. Нихуя, да не тряпка, блядь. Мужик. Мужицкий. На портал. Так, и налево. Налево идем. Звездой. Пробегаем. Далеко. Здесь потихоньку идем. Потихоньку идем. Две бомбы спереди должны хлопнуть. Одна хлопнула. Сейчас вторая хлопнет. И по стенке идем за угол. Пробегаем далеко эту бомбу. Далеко. Здесь потихоньку идем. Ну что-то понял? Потихоньку. За угол заходим. Две секунды выход. Кто-то умер, да? Секунды. Нет, нет, нет. Так, где духи, я чуть не вижу. Скринение. Вышли с лужи. Быстро, быстро вышли. Все, бьем. Духов нету вроде, да? Ох, я. Вызови духов и добьем его. Короче, на мужика стоим, бьем. Осквернение. А, осквернение, вышли, разбежались. Надо, надо на мужика. Осквернение, осквернение. В осквернении на мужика не постоишь. Все, добиваем мне 4%. На мужика было бы, да. Да, был бы 8%. Был такой один раз. Был бы кринж, но... На 1% вайпнулись. Вот так. Сюда, нахуй, слава богу, блядь, осилили. Ну, где ваши? Где ваши КД? Это... 11 КД. Это Тирин, это Тиринаска. Это ДК на месте. Ну там, там дамажище, ДК, там, ДК, там да? Это все. Тирина, да, это не единственное. Это еще два челика кикнуты были. То есть там получается. БТКшником сейчас это. Это 14-е КД получается, когда мы убиваем. Лоу-левель некоторые с двойной атакой. Да там. Да. Да хоть бы Тиринаска выпала, нахуй, ебаный бастон. Какой бастон, блядь, кибастус, алло, блядь, это классика. Тут мастер говорит, сундук не удать. Слышишь? Сука, кукмастер, блядь, ты... Чё, ваниш не работает? Я же говорю, не работает, нахуй. Это на циркуле такой кайф был. Тут вообще так-то, блядь, взять иридаров, нахуй, они возвращаются. Вообще пиздец имба, нахуй. Ну, вот эти сейчас сундук. Ну все, нахуй, блядь, переделывай из Зандалара в иридара, нахуй. Так, дал ассиста всем, покидайте людям пати на замену. Плюсуйте замену в гильдию, гильчат. Сейчас шкаф поставите, надо мастера заманить. Витя, ты чем кормишь своего косака, что у тебя по 66 кусков лупит? Я не знаю, мне кажется, кто-то из хантов денег просто сиру подал. Хуя себе, это надо было дать. А лучше бы его подал. Мне кажется, за деньги он отдал. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Я сейчас просто смотрю, там максимальный 66, в среднем по 35. Ладно, я еще на своем элеме нормально наебашил тут, блядь. Ну такое. Ну, блядь. Куда полетел? Показывает, что я 10 тысяч ДПС дал. У меня 14. 12. У вас цифры какие-то хуёвые, парни. Не, как раз таки правильные. Не, хуя у вас цифры, блядь. Правильные цифры. Не-не-не, хуйня вообще полнейшая. Блядь. Не надамажил нихуя. Все сразу БДК, фросты, там. Туда-сюда. Я понял, кто-то сальву ему кидает, это кто-то истерию, блядь. Это баланс. Баланс.
А сколько он надамажил? Как посмотреть, вот сколько ты надамажил? Ну, сколько он, а да. Там кусака 8,5 лямов. Тупо кусака. А залп 3 ляма. То есть, по-моему, залп 3,5. Так ты даже меньше половины его набил. Ну да. Ну да. Я скажу, я больше, кусака больше, чем 8,5. 8,5 10 лямов надамажил. Не открывайте сундук. Не откройте, не откройте. Уйдите оттуда. Ставьте шкаф, ставьте шкаф. Так. Не открывайте. Там стоит. Да идите лучше, блядь. Вы сейчас мисс кликните, ткнете. Я даже кликните, мышку блядь. Не держу в руках. Ну, типа вообще БМ так и должен играться, но не с таким ДПСом. Все, открывай. Открывай. Теренацка хуйма, да? Ну я так и знал, нахуй. О! Блин. Ебаное говно, Аркус. Блин. Я знаю, кто хотел Аркус. Я вообще... Да, вот говно, пиздец. Да. И не говори, блядь. Кто хотел Аркус уже с Теренаской. А да, тебе... у тебя что, нету... У тебя же есть арбалет, тебе нахуй я второй. Я... Я просто Теренаску хотел. Не, ну Светосом нужен. Не, если он кому-то нужен, забирайте, я типа поэтому... Сержу и Святос, кому с вас отдавать? Тут по логике Святосу, Сержу РПБ не надо. Сержу тут нет. Да, Сержу вообще пофигу. Тебе как или Вару отдавать? Он отшмот не знает, как, кому там лучше будет. Вару да, лучше. Вару дайте. Да, и посмотреть прирост. Ладно, разбирайтесь сами между собой. Аркус на натуре. Он же не будет в комбате играть, он будет на мультике играть. Если Аркус на не нужен, может мне закинуть. Без ГП нах. Нет, он не понял. А чё, Гоконя паролем? Какой паролем? Сперва твоя не было. Да иди нахуй, братишка. Да в смысле, блядь? И сам иди нахуй, понял? На двине конь. Ёбаная пацифея, бля, я с этим конем я ебу. Я чё, реально год играть, чтобы коня полутать, да вы ёбнутые. Да не, не год, ты чё? Прикалываешься? Ты чё, ты уже мошнишь Wolf My Love, мне кажется? Бля, так. Вот суки. Так, этот... А чё на твина-то? Я теперь на Леме играю. А, за не. Всё, я ушёл. Чё-то, блядь, камень не работает, чё за хуйня? Вопрос, а чё надо сделать, чтобы коня полутать вообще по факту? Понравится воину. Стать девочкой. Может пойти воронок ебануть до соляры разок. Можно пойти просто отпиздошить. Куда выливаете? У вас РТ кончилось или что, я не понимаю? Дома. Хочу пораньше уходить, у вас что, рабочий день закончился, что ли? Чё кто-то, блядь, отпустил работяги. Дальше в аху. Дальше в шахты залазьте. Работать. Пост кончился. Ну нет, мы идем дальше, Слава, блядь. Слава, блядь, где клятва хранительна? Я говорю, пойдем до соляры, блядь, воронки ебанем. Слава, я предупреждал, что я после целка отойду. Надо тихо. Давай, давай. Чё, я буду дома жить, пизду. Я вчера нахилился на соляре. Ай, блядь. Пока покурите там. 5 минут там. Отдохните.